Всем привет! Сегодня предлагаю собрать ящик инструментальный на наш прицеп. Его надо будет склеить, покрасить. Что мы имеем? Мелкие детальки, петельки, магниты. Боковые стенки. Сейчас мы разложим это все, чтобы нам не путаться. Две двери у нас. Здесь пока не знаю. Так, вот две двери. Это стенки. Так. Клеить мы будем на клей для пластмассы томиевский. Клеить мы начнем с усилителей боковых стенок. Будет выглядеть вот так. Клеить надо быстро, потому что он очень быстро сохнет. То же самое делаем с другой стороны. То же самое надо сделать с этими боковыми стенками. Так они будут стоять. Главное не перепутать, на какую сторону клеить. Стенки есть, теперь можно клеить двери. Выглядит вот так.
еще немножко усиливаю. Добавляю клей. Так, сюда надо приклеить еще замки. Замки надо приклеить правильной стороной, иначе магниты будут отталкиваться друг от друга. Крышки готовы, пусть сохнут. Чуть-чуть подождем, чтобы все подсохло. Продолжим. Клеим следующие стенки. Вот так это будет выглядеть. Проверяем, чтобы угол был 90 градусов, чтобы потом не ломать то, что мы склеили. Ждем, пока высохнет.
Ну вот ящик практически готов. Сейчас он подсохнет, подшлифуется, покрасится. Поставятся петли. Так вот он будет выглядеть. Ну, на сегодня это все. Подписываемся на канал, комментируем. Если видео нравится, ставим лайки. Всем пока.